ночь 24 на 25 июня в СНТ Черемшанка отключили электроэнергию. И все жители остались без электричества. То есть сейчас лето, у всех холодильники. Заранее никого не предупредили. То есть люди не подготовились, не набрали воды, не полить огороды. Ну ничего, в настоящее время летом здесь проживает постоянно в пределах 500 человек. На выходных за 1000. И в связи с этим у нас сложилась очень критичная ситуация. Вот все люди, которые... Это малая доля тех, кто здесь живет, так как сегодня будние дни. И все вот, все страдают. У нас детей вон сколько. Все просят помощи. Помогите нам, пожалуйста. Что нам делать? Защитите нас от произвола.